очень часто даже в новых компьютерах бывает неработающий вентилятор. Видите, я его пальцем кручу, и он сразу останавливается. Что делаем? Просто подеваем его и аккуратненько вытаскиваем. Вот такое устройство. Современные вентиляторы, они так и устроены, им не нужно ничего откручивать. Берем такую пасту. Эта паста предназначена для процессоров, но ее можно использовать и в качестве смазки. Проверим несколько раз, ничего не будет ей. Она не высыхает. И прослужит долго. И отдела на место. Проверяем. Все работает.